Сегодня вы увидите, как бабушка шериф показала, где находится секретная пони. Очуметь! И как бабулита начала бегать и заниматься спортом. Как долго бежать до дома? Я слышал какую-то сигнализацию. Поставь лайк за 3 секунды, и мы затроллим этого соседа. Всем привет, друзья, с вами я, Игорь Кадур, и буквально недавно вышла моя новая игра. Называется Granny Farm Neighbor, и я играю за Адора, то есть это я. Сегодня наша цель — это пробраться к этому злому амбалу соседу. Но он сюда приехал. Кстати, а где полицейский? Шериф Бабулита. Что-то пока ее не видно. Нужно тщательно подготовиться. Чтобы подобрать предмет, давайте заберем тогда все наши бабосики. У меня 103 доллара. Что у нас на втором этаже? Показываю. Вау, как же классно тут все сделано. Мне это нравится. Пойду накормлю своего Рекса. Рекс, так, бабулита, ну ты посиди, ладно? Кстати, вы можете посмотреть тут телевизор. И тут... Я буду на телевизоре, очуметь, это же я! Можете послушать, что я говорю, и потом уже решать, что делать. Значок, возьми деньги в другом углу комнаты, наполни деньги, сходи, пожалуйста, к торговцу Вилли и купи корм для курочек, потом пойди за дом и накорми их, возьми наполни деньги. Что, бабулита дала нам задание, давайте решать. Ой, какой прекрасная местность. Просто жесть. Так, соседа пока не видно. Но бабулита нам сказала сходить к торговцу. Машины не ездят тут? Вроде бы пока нет. Можно перейти дорогу. Вау, какие там тачули стоят. Лянь. Здорово, Вилли. Вилли, ты должен мне продать корм для куриц. О, ну что? Чё хочешь купить? Привет, меня зовут Адор. О, привет, Адор. Выбирай, что тебе нужно. И бабушке передавай привет. Ой, Вилли, ну хорошо, давай выберу то, что мне нужно. Это нужно корм. Chicken Feed. Мы покупаем корм. У нас осталось 100 долларов. Ой, спасибо, приходи еще. Вилли, обязательно приду. Что за колодец? Мы еще исследуем полностью эту местность. А вот и Рекс маленький. Рексик, держи еду. Смотрите, Рекс бежит. И будет кушать сейчас вот эту вот косточку. Все, Рекса мы накормили, хотя его как бы... Вот, это его дом, он тут живет. Можно было бы сюда, да, в миску положить. Сзади нашего дворика, посмотрите, пугало. Тут у нас есть вот такие вот свинюшки. Вот, очуметь, это наш как бы хозяйство. И у нас свинюшки есть. Курицы. Вот это да. Кстати, вы можете увидеть все эти животные в моей игре. По ссылке в описании можете скачать по секрету. Давайте накормим. Берем корм и кладем сюда вот этот корм. Отлично. Все, курицы могут теперь кушать. Давайте посмотрим. Ага, они все равно клюют где-то там в другом месте. Бабулита, я накормил куриц. Что мне теперь делать? Наша соседка, полицейская, говорила тебе передать, чтобы ты нашел ее. Она хотела тебе кое-что показать. Но к ней домой без разрешения заходи. У нее там сигнализация. Найди бабулитскую полицейскую и узнай, что она хотела вам показать. Ладно, бабулита, откуда ты все знаешь? О, я самая мудрая и очень умная в этой деревне. Что? Вот этот дом полицейский бабулиты. Нужно как-то пробраться, но бабулита сказала нам, что нельзя сюда заходить. В этот дом без разрешения. Так, полицейский шериф, вы тут? У нее там есть еще кухня своя. Вау, это круто. Какое у нее сельское хозяйство сзади дома. Вот тут курицы ходят, уточки. Посмотрите, какие они няшные. Какие же классные. А что у нас тут? Это ее сельское хозяйство? Вау, это же настоящая корова. Смотрите, я могу на нее даже прыгнуть. Круто. Что еще есть? Коза. И что еще? Бабулита полицейский, так-то вообще у нас очень богатая. Походу у нее нормально так-то бабосики от этого хозяйства. Я ее вижу, она там. Что будет, если я зайду в дом? Попробуем? Ой, вы зашли в опасную зону. Действуй скрытно и не создавая много шума. Посмотрите, она бежит за мной. Ой-ой-ой-ой. Все-все, товарищ полицейский. Я больше не буду, бабулита. Извини, я выхожу из твоей территории. Прости, прости. Внучок, иди сюда. Ой-ой-ой, ладно-ладно-ладно, все, я за тебя. Я не собираюсь украсть у тебя в доме что-то там ценное. Ах ты, смотри у меня. Ну-ка, бабулита тебя отправила ко мне? Да. О, привет. Следуй за бабулитой полицейской, посмотри на пони.
Какое пони? А, внучок, сейчас я тебе покажу, какое пони. Это пони, очень секретные. Это секрет и секрет в этой деревне. Так что смотришь. И, кстати, один какой-то чувак завелся в этой деревне. Очень опасен. Построил очень большой дом. Да ладно, ты издеваешься, что за пони? Подождите, я же сюда заходил. Там никакой пони не было. О, сейчас увидишь, внучок. Пошли за мной. И это как бы очень странная деревня. И ты должен все исследовать. Даже до такой степени, что тут есть пони. Очуметь. Попробуйте узнать, что за новый сосед поселился в большом красном доме. Пони! Это же пасхалка! Как же это круто! Бабулита, подождите! Товарищ полицейский, секундочку, расскажите про нового соседа, а то что-то я как-то боюсь к нему заходить. О, расскажу. Добрый день, рассказать тебе? Веди себя хорошо и передавай привет бабушке. Да ладно, это получается они подруги с моей бабушкой, как ее назовем? Давайте напишите комментарии, как назовем нашу бабушку, которая в нашем доме. Давайте, это будет реально круто, если мы сами с вами вместе назовем. Какой комментарий соберет больше лайков, мы выберем это имя. О, проходи, проходи, погуляй по этой деревне, ты в безопасности, когда я возле тебя. Да ладно, серьезно? Смотрите, она пошла гулять. Ну, ей не сидится дома, это хорошо. Собачка Рекс на месте. Мне нужно подпитаться, мне нужно покушать. Где можно поесть, у меня энергии мало. Бабуля, это что-то еще нужно? Что, чем могу тебе помочь? Все в порядке, можешь идти гулять, внучок. Я хочу зайти к этому соседу. А давайте попросим соли, может быть, он не будет на меня нападать. Странно, следы от лошади идут в дом. Зачем кому-то нужно было заводить лошадь в дом? Нужно найти, откуда идут эти следы. Реально следы! Найдите, откуда идут следы лошади, ведущие в дом соседа. Действительно, откуда идут следы? Странно, следы от лошади идут в дом. Ну да, я согласен с тобой. Давайте сейчас мы посмотрим. Да тут прям настоящий квест! Квест-игра! Это круто! Мы должны узнать, что за эта лошадь. И, конечно же, вернуться к этому соседу. Может быть, мы узнаем секрет. Так, лошадь. Получается, отсюда... Это пони? А? Не может быть! Пони пропало! Нужно сообщить об этом бабушке и полицейскому! Пони пропало! Вот же блин! Кто же, интересно, украл? Давайте додумаемся! По-любому этот огроменный амбал-сосед! Где полицейский? Бабулита, иди сюда! О, как долго бежать до дома? Я слышал какую-то сигнализацию. А ну как, конечно, трафик, машины еще ездят. Бабулита, подожди. Там какой-то ваше пони украли. Слышите, бабулита? Полицейский шериф, ну, пожалуйста, остановитесь. Миссис полицейский, пони пропала. Я видел следы лошади. Они ведут в дом нового жителя нашей деревни. Что вы на это скажете? О, не может быть, это очень редкое пони. Спасибо, что сообщил. Я буду с этим разбираться. А ты беги и проверь, не пропали ли у вас какие-то животные. Проверить, не пропали какие-то животные? Ну, давай проверим. Пропал мой щенок, я должен найти щенка. Я уверен, что за исчезновение щенка и пони стоит один и тот же человек. Найди щенка и пони. В первую очередь нужно проверить дом нового соседа. Я обязательно проверю. Так, давайте проникнуть в дом бабули полицейского и осмотреть его. Возможно, удастся найти что-то интересное. В дом бабули полицейского? Чё-то я не хочу туда проникать, вы издеваетесь? Я вижу пончики у нее на кухне. Ну, это, конечно, это аналогично. И тут есть сейф. Ага. Наверное, мы не будем, как бы, разбивать окошко. Бабулита, надеюсь, ты не против, если зайдешь домой? Давайте быстренько зайдем. Все-таки нам, как бы, сказали зайти под квесту. Мы должны проходить игру правильно. Так, у нас тут есть... Воу! Получается, классные штукенции. Эти штукенции мне пригодятся. Так, что это? Нажмите кнопку «Использовать записки». Нажмите кнопку «Использовать записки». Как это «Использовать записки»? А? Вот она. Досье. Ой, бабулита поймала меня. На нашей ферме появился новый житель. Он поселился в большом красном доме, старины Джека. Ведет он себя достаточно странно. На свои поле он выходит только ночью. Иногда он выходит днем для ремонта старой водонапорной башни, чтобы вода не заливала урожай. Кажется, в сарае за домом у него есть какой-то тайник. Выманите соседа из дома, сделав дырку в старой водонапорной башне с помощью тяжелого и острого предмета. Найдите тайник соседа в сарае за домом. Ага, я уже потихоньку пробираюсь к этому соседу. Пока что... Что-то мне тут не нравится. Вот эта вот башня, кажется, да? Нужно как-то ее разбить или что? Что я могу сделать? Давайте посмотрим.
Например, я возьму в руки вот этот предмет и попробую кинуть его. Так. Ничего не произошло. Этот предмет, он все равно как бы не действует. Ага, у него свой сарай. Он тут никого не держит, кроме сена. У него животных нет. Но какой-то секрет, я чую, у него есть. Надо проверить. Ух ты, это что такое? Записка. Давайте посмотрим. Код от сейфа в кабинете на втором этаже 3846. Ё-моё! Найдите и откройте сейф в кабинете на втором этаже код 3846. Напишите комментарий 3846. Ага, код был добавлен в панель информации. Панель информации? А где эту панель достать? Вот тут у нас есть помощь, которую мы должны решать, да? Угу. Хорошо. Что это такое? Какие-то предметы. Интервал заполнен. Эти предметы нам нужны. Ух ты, мы съели яблоко. Это замечательно. Яблоко нам нужно съесть еще раз. Все отлично, тут камень. Круто, предметы есть. На той части, да? Тоже можно как-то забраться. Тоже можем забрать предметы. Давайте заберемся вот сюда. Поехали. Потихоньку. Если вы не знали, вы можете забираться на любые вышки в этой игре. Поэтому, я же говорю, эта игра вообще опупенная. Скажите по ссылке в описании. Вот мы зашли сюда. Тут что-то мы должны сделать. Либо мы должны кинуть предмет сюда. Не кидается, хорошо. Либо мы как-то должны что-то сделать. Сокрыто, чтобы открыть дверь, найдите подходящий ключ. Угу. Все понятно. Панель довода, когда рядом с дверью. Все понял. Я хочу купить себе пиксакс. Это получается мотыга или... А нет, это получается кирка. А, инвентарь заполнен, ну ё-моё. Вам не кажется, что башня... Вот именно про эту башню говорится. Потому что тут у него урожай есть. Мы должны взять предмет. А, вот акс давайте в руки возьмем. О, чуметь, какой он огромный. Вот она, эта башня. Берем мы в руки это. Теперь. Ух ты ж, ё-моё. Дырочку сделали. Так, полицейская вроде не заметила. Еще раз. Еще две сделали. Сосед вышел? Сосед? Он пока не выходит. Он вышел, смотрите. Он что-то почуял. Так, все, валим. Так, надеюсь, не спалит меня. Сосед, здравствуй. Он уже вышел гулять. Короче, друзьяшки, продолжим в следующей серии. Если вы хотите продолжение, напишите комментарий. Го, продолжение. Нам интересно узнать, что будет. Поэтому я сейчас отойду подальше, чтобы сосед меня не поймал. И мы продолжим вместе с вами. И сегодня, возможно, даже два ролика выйдет. Либо один. Посмотрим. Все, с вами был я, Игрокодор. Всем удачи. Всем добра, всем спасибо, хорошо. Чуметь, это круто. Мы соседа выманили из дома. Все, всем пока.